Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Сегодня я хочу вам показать гайд о том, как включить чит в ОСУ. Перед началом этого ролика я хочу сказать, что я старался над этим роликом. Я делал его более 3 суток. Вот, и поэтому это мой первый раз, не судите строго. Так вот, в чем суть? Вы заходите в игру, здесь у вас появляются карты. Вы нажимаете mods, и, кстати, этот чит я нашел совсем недавно. Совсем недавно, но я собирал очень много информации и писал текст, поэтому все-таки не судите строго. Так вот, вы нажимаете на RH. А, нет, это не то. АУ, то есть аутист. Ладно, это была шутка. Нет, АУ это типа как автопилот, короче, называется. Вот, вы его просто включаете, нажимаете отмена и нажимаете пройти карту. Вот, здесь, конечно, можно настроить все как вы хотите. Например, убрать комментарии. Вот, но это жульничество, я считаю. И думаю, что так не стоит играть. Но я вот вам показал и думаю, что это достойно лайка. Вот. И, собственно, вот сам весь чит. Все. Гайд подошел к концу. Я старался над ним. Всем удачи, всем пока.